Да, ребят, всем привет, на канале Люк, меня зовут Антон. Продолжаю сегодня играть в Slime Ranger. Что я в этой серии запланировал? Кто помнит? Я что-то призабыл. Ты куда? Что можно поделать? Можно, в принципе, пойти уже... это собирать по фруктов. Накорми большого этого розового. Пойдемте попробуем. Стоять, нас эти брать. Он же не сижу. Собаки некрещенные. О, фосфор на здоровый. Этого будет мало. О, не успел. Погнали попробуем накормить. Накормить нашего розового слайма. Начнем с курицы. Отлично. Морковка. О, отлично. Ура! О, ключ. Отлично. Морковку не жрите. Ой, как ее? Клубнику. Фу, черти. Извините. Так, куда мы? Ключ. Давай сейчас гоняем. Накормим наших слаймов, которые у нас есть. Так, вот этот сюда идет. А это вам. Пойдемте открывать новые территории. Так, что тут у нас есть? Давайте пойдемте сюда. И... новые технологии. Ой, фу. Территории. Карьер Индиго. Все, что осталось от провалившегося проекта шахт. Хорошо.
что я здорово кашель. О, здорово. За тобой я приду. О. А, надо потом забрать. Огошечки. Офигенно с вами. Так, биться не надо. Так, спокойно, сейчас сдохну вообще. Мне это не нужно. Десять, думаю, хватит. Сюда иди, сюда. Что идет? Бабах, слайм. Слаймопедия. Мясо не идет. Ай. Чё у нас тут? О, фига себе ты мощный, чувак. Не, можно, конечно, я как-то так вот. Ешь его. Ням-ням. Молодец. Уху! Болен, слышь. О, молодец. Еще таких нужно несколько. Как несколько? Много еще. Нужно пойти место нахождения открыть. Сильно можно. О, офигеть. Сокровищница закрыта. Ай. Помру. Блин, а. Где? Жри. Так, щеманули. Кстати, насчет денег. Денег, у меня же денег не так уж и много, в принципе. Уже наберем плодов сразу. Продадим их. Будем миллионерами. Ну, почти. Так, пойдем продадим розовых портов. Пятьсот, это очень мало, мне не хватит достаточно много. Хотя вот тут куча еще портов. Ой, где вы будете меня жить вот тут? Высокие стены хотя бы. Угу, конечно, Антон, хватит. Вот так вот. Так вот. Ох, я нифигенный, конечно. Вот так вот. Раз, два, три. Пойти продать. Высокие стены нахватит. Да, сейчас хватит, сейчас насобираем. Наверное. Надеюсь.
высокие стены. Чем бы даже шармаку купить бы идеально было бы. Кто урод? Ох, улетел горячий, черт. Мне нужна крыша. Собирай. Моя подача. Ой-ой-ой! Вот такое может произойти, да. Просрал одного чпачка своего. Ты красавчик, конечно. Надо пойти еще. Там много чего надо еще сделать. У меня очень много дел. Отлично, мне хватает на крышу. А вы что, раз собираетесь? Вот так вот. Больно, слышишь? Так, осталось еще чуть-чуть. Раз, два. Только два, да, получается? Раз, два. Раз, два. Надо еще два этих порта. 59, фига он дорогой, надо быстренько его сейчас хотя продавать. Блин, быстрее. Морковка, расти уже. Так. Давай поспим. Нет. Вот так вот. Сейчас сгоняем еще морковки соберем. Ах вы черти, блин. Блин, как саранча. Нет. Моя морковка. Быстрее. Не жрать. Не ваша. Все это можно пойти скормить. Поставить бы каждому этот, как его. Ох, вот это все надо поставить. Автокормил. Ой, авто собирал. Да, конечно.
пару таких сборов я бы, наверное, разбогатею, потому что они 59 стоят. 54 уже, конечно, 50 все равно там очень много. Да, высадили сюда и туда кормушки. Ой, кормушки, наоборот. Туда сборник. О, осталось чуть-чуть. Так. Ой. Сейчас столько будет лордов, там вообще офигеть нужно. Ну-ка. 20 теплорта. Неплохо. Да не переборщил. Больно. Еще надо шармалку врубить, потому что... А, ого, косарик уже сел. Сейчас я всю отсутчу соберу. По два. Конечно, не богато, но зайдет. Сейчас шарманку вам рублю. Для полной. Для полного шоколада. Еще есть какой-то вот такой. Это водяной, это какой-то. Какой-то не знаю, что это за. Какой-то может быть. Неизвестно. У меня есть косарик. Можно, в принципе, еще сгонять. Можно еще сгонять какие-нибудь и. Но можно, в принципе, погонять еще, гонять. Кстати, мне 1000 бачеми, может, я хочу прокачать вот эту. Так, хочу сделать. Убрать растительность. Мне важно добавить пацаны. Вот тут надо добавить явно. Давайте добавим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте еще троих. Четверых. Да, точно. Четверых. Раз. Вон они, я их вижу. Это моя цель. Четыре, хватит. Еще надо где-то найти вон того красавчика. Где его найти только? Неизвестно. Так, баба, 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 мне нужен, нужен, баба, мне не нужен, баба. Вот как кто, а вот ты мне явно нужен. Ну да. Да, еще одного не такого. Где этот? Как? Что это за слайм? Просто интересно, такой он, у него такой плод красивый. Какой-то кристальный, какой-то такой бриллиантный. Все, сейчас самый дорогой слайм будет, походу, из бриллиантов сделанный. О, здорово. Чудный лук. Что-то все-таки
не догоняю. О, что это такое? Ока-ока. А ну подожди. А, да, а, ока-ока, это любимая еда. Это вот. Нет! Урод, ладно. Тут я что не взял. Ой. А где? Я тебе вспомнить надо, где я находил. Ну, вот тут вот. Да, смотри, какие они офигенные. Не знаю, как что. Просто они офигенные. Смотри на них. Таких штук 10 надо. Да, 11. 12. Вот 12 точно хватит. О-о-о. Удачи. Опа-опа, она даже появилась. О, осталось домой дойти. Шмалули. Больно. Бежим, 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 бежим. Ой. О, там, по-моему, началась миссилова. Бежим. Кристальный... О, с кристальным славой, что сказал. А что у меня есть, интересно? Овощи, чудной лук. Овощи, чудной лук. Только вот у меня теперь денег не будет, это печально. Печальная история, печальная. Что мне нужно? Мне нужно закинуть как-то вот сюда. И вас как-то вот сюда. Ага. Блин, а где мне взять? Ого, смотри. На тебе. На тебе. На тебе. Еще один где-то. На. На тебе. На тебе. Ешь его. Все, теперь пойди, все. Продать. Продать. Так, мёрлый продаем. Вот этот продаем. 650. Закон, высокие стены. Это будет еще воздушную сеть купить. Ну когда ты уже улетишь? По-моему, завис. Такой офигенный.
Так, надо забрать из... Склы. Накорми вас. Накорми... О, вот, вот он. Кто собирать? Продать их все. Так. Ты. Ешь. Давай. Давай. Красава. Не хватит здесь на сетку. Застрял. Здрасте, приехали. А вот кто здесь? Так. Блин, два плота осталось. Кажется, перебор. Буквально последнего и все. Да, последнего хватит. That's all. Так, погнали, бабурим, подаемся. Нужно, во-первых, поставить сетку, во-вторых, посадить опу. Так, посадить опу. Так, вот это. Кончилось. Тут один. Тут 8. Это продать. И это прокачать. На этом, ребята, мы закончим. Спасибо за просмотр данной серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Всем удачи и всем пока.